А стоит ли нам идти на всеобщее голосование по проекту Конституции? А как нам реагировать на те происходящие сейчас изменения? Вообще нужны эти изменения, не нужны? Поэтому да, в этом плане курс может являться очень полезным и снять эти вопросы. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я рада приветствовать вас на онлайн-курсе «Конституционное право России. Общая часть». Если ты старшеклассник и хочешь успешно сдать ЕГЭ по обществознанию, если ты студент первого-второго курсов и не всегда успеваешь на лекции или не можешь понять преподавателя, то тебе будет полезен наш курс. В лекциях представлен самый современный материал и разнообразные примеры в сфере конституционного права. С одной стороны, мы рассмотрим теоретические понятия, основу конституционного строя, гражданство в России и порядок его приобретения иностранцами. С другой стороны, мы увидим, как эти научные конструкции реализуются на практике в нашей повседневной жизни, в какой орган власти вы можете обратиться и как мы с вами можем защитить свои права. Вы не задавались вопросами, куда подать документы для приобретения российского гражданства или загранпаспорта для поездки на отдых, куда написать жалобу на дебошира соседа, в какой орган обратиться для регистрации приобретенной квартиры? Эти и подобные вопросы возникают постоянно, но не все знают на них правильные ответы. Поэтому я предлагаю вам получить знания по конституционному праву, которое дает ответы на эти и подобные им вопросы. А доступная и понятная форма изложения материала позволяет освоить этот курс каждому. В Томске находится одна из старейших юридических школ России, которая имеет более чем вековой опыт преподавания юридических дисциплин. Наши преподаватели работают в высших эшелонах власти, Государственной Думе и Конституционном суде. Наши преподаватели участвовали в разработке ныне действующей Конституции России. Поэтому предлагаемый курс – это то, чему можно доверять. Присоединяйтесь, и в вашей жизни правовых проблем станет меньше. Так как этот курс интересен и увлекателен для всех, то я думаю, или нет, я считаю, нехорошо.